Попробуем. Где-то тут. Нет, выше. Лады. Пулемет кончился, здорово. А! Чего? Дурак, что ли, блядь? Ну, С, нет ли тут какого скримерочка хорошего? Так, где? Вот тут? Блядь, нет, не тут. Ближе вообще к центру. Да ну, у меня патроны кончились, алло. Отстой. Отстой какой-то полный. Спасибо, Роман, за поддержку канала. И у нас ресет. Инициатив, да? Что, у тебя есть реквест уже сразу? Или что? Конечно же, есть. Говори. Тогда. Невиноватая я! Он сам пришел! Видимо, два есть, да? Creature Shock, да. На 3DO тоже. Посмотрим. Сейчас все зареквестят игры, которые... Wing Commander 3. 3 конкретно. Окей. Тоже на 3DO. Окей. Спасибо, Роман, за поддержку канала. Буду это в течение недели популярным стримером 3DO. Потому что после этих реквестов у меня вероятнее всего выпадет единица и будет 3DO. Еще игра 3DO, да. Записал. Спасибо. Поддержку канала. Спасибо большое. Да что ж такое-то? Я не могу в него никак попасть. Я знаю, где он будет. Но все равно не попадаю. Так, здесь, по-моему, пониже, да?
Блин, я был бы счастлив реально, если бы этого вот инвертирования не было. Это так факапит тебя. Ты думаешь, вверх нажму, и вверх поедет. Особенно, когда по диагоналям нужно. Сика. Так, где-то вот, вот тут, да? Ниже. Вот тут? Да, блять, вообще в левой стороне начинает. Да что ж такое-то, ёпту мать. Да ж лучше это, чем этот кривой резидент. Неужели я попал? Как бы я ни старался. Как бы я ни старался. Я вот реально, я всех завалил, и все равно у меня 2 хп оставалось. Как это работает? Да я же стреляю, ну! Где-то вот тут? Вот тут он начинает лететь или ниже? Ну это полная хуйня, я серьезно, это невозможно, блядь. Какого черта? Важно. Первое попадание не важно абсолютно, оно пока второй появляется корабль, оно уже восстанавливается. Да ты попадаешь, нет, чё, блять. Еще сделали специально так, что противники были темными. На темном фоне. Это так классно. Просто топич, блин. Сика. Так, 2 снизу. Иванус. А вот тут он появляется, что ли, или где? Это херь полная. На, кстати, ГГ, да. Меня сейчас просто дважды задамажат, и я труп. Я не успею. Да как? Ну как? Просто невозможно ни в кого попасть.
Да не издевайся, игра, ну камон. И вот сейчас опять я потеряю свой прицел, потому что вот этот, сука, сраный разворот. Ну ты, блядь, вовремя кончилась! Блядь, пизда тупая. Серьезно, ну... Да неужели? Да неужели? Ура, ёб твою мать! О боже! Что за жесть? Что за жесть? Что за жесть? Monitoring your progress. Pretty impressive, Zack. Sorry about the weapons glitch. Target practice. Yeah. Here's the sitch. Recon shows that cartel forces haven't been able to penetrate Siberia weapons level yet. In fact, it appears that the missions we've intercepted that they've lost quite a few of their operatives. Lost? How? That's not clear. But it looks like there's some kind of infection or contamination in the complex. Great. Make sure you've got protection. I'm going to kill that bastard. Да угадаю. А мы уже играем, да? Да, мы уже играем. Вот я бы даже не подумал бы даже, что это игра. Если бы такого уже не было. Так, туда. Туда. И назад. Давай туда. Это у него такие косы, да, роскошные. Ох, я чувствую, сейчас в пропасть упаду. Смешно будет. Или меня вороны заклюют. Или на меня медведь напрыгнет. Или мне заяц жопу откусит. Всякая жопка у него. Батак. Whoa, slice-o-matic. Okay.
Тайминги здесь, конечно, кривые, я ебу. Сука, вы дичёвый прям. Куда ты? Нет. Нет, развернись. Супер лагучая, конечно. Чего? Ты хочешь сказать, что это на время было? Охуенно, я тебе скажу. Слайс-о-матик. Whoa, Slice-O-Matic. Whoa, Slice-O-Matic. Иди ты нахуй, ты, блядь, как? Да. Whoa, Slice-O-Matic. Whoa, Slice-O-Matic. Почему ты так долго это делаешь? Я нажал секунды две назад. Ну камон, ну чё ты... Input lag какой прям лютейший. Юкиорика зовите. Он всё починит. Ебой. То есть я должен это всё очень быстро пройти. Но это полная хуйня. Вот серьезно, ты стоишь перед стеной, блять, идешь назад. Как так-то? Окей, нормально все. Треугольник. Мне кажется, он сейчас помрет. Ни за что бы не подумал, что он пойдет влево. И так в половине случаев в этой игре. Непонятно, куда он пойдет. Куда? Что? Именно до сюда ты решил дойти. Хорошо. А мы не должны были там в комплекс идти, нет? Куда ты идешь? Эй, куда идешь? Мы вернулись в начало. Потрясающе. Хорошо, нравится. Да-да-да. Хорошо. Не, игра, конечно, прикольная. Но как обычно. Я немного взбешен тем, как она работает. Как плохо она работает.
То бишь это мог бы быть вполне себе хороший порт. И все могло бы достаточно хорошо работать. Но оптимизацию они забыли сделать. И в итоге получилось то, что получилось. Че? О, нет. О, угадал. Не угадал. Угадал, не угадал. Был какой-нибудь чекпоинт или что? Где? Да ну почему чекпоинта не было никакого? Или был? Слайс-о-матик. Ну, я так понял, игра сначала на ПК вышла. Блин, ну это вот двери же. Если бы это был бы резидент, я был бы вообще доволен бы. Но это вообще не близко даже. Вы еще издеваетесь надо мной? Тут две загадки. Четыре цифры. Это сейф, это где? Это вот такое ощущение, что это сейф именно вот там, где я был? Нет? Да? Так, ну лево, право, право, да? Получается так, что... Не понял. Так постебали, что ли, меня или что? Все, я эту кнопку первый нажму. У меня ощущение, что ее нельзя нажимать вовсе. Я просто не пойму, тут порядок или что? Допустим, я нажму вторую справа. Первый. Вторую справа, первый. Хорошо звучит.
Слишком много переменных. Это какой-то рандом? Или есть решение? На этот вопрос можно даже ответить. Я просто пока что-то вообще не вкуриваю. Я понимаю. То есть вообще не понимаю. Что вниз? А, то есть вот так, да? Тут только одна дорога. Охрененно. Что я же могу сказать? В чем смысл тогда? То есть нельзя нажимать вот эту тоже, да? Вот эту и последнюю. То есть относительно их, с них, я должен что-то сделать. Какой-то паттерн, может быть, должен быть. Ну почему я их тогда не могу трогать-то? Вот в чем вопрос. Значит, может быть так. Блять, ну куда ты скачешь-то? Да! Лагучее говно. Ну я чуть-чуть нажал вправо, я не нажимал дважды. Зачем ты скакнул-то два раза? А я разве не пришел отсюда снизу, не? Так странно. Ебать, добрый вечер. Не ворота. И ворота. Или ворота. Возможная ошибка. Ой, ловушка. Окей. Да, получается, вот это нажимать нельзя, потому что оно идет туда и уходит в тупик. Как и последняя, которая ведет сразу в тупик. Что мне нужно? А, он даже подсвечивается, ничего себе. Я это уже делал. Я, блядь, был тут. Я, блядь, был тут. Игра. Игра, нахуй иди. Я тут был. Я потратил время, чтобы попасть туда, где я уже был.
Какого хера? Чё, где мы? Мы же здесь были уже, алло. Что происходит? Так, я внезапно обнаружил, что можно нажимать кнопки в этих сценах. Например, B, если нажать. Будет инфрасканер. Ай-яй-яй. 2, 4, 6, 9, 7. Что это значит? Количество нажатий на кнопку, что ли? Или что? Ну, на кнопку Enter, очевидно, нажимали 9 раз. На кнопку 1 нажимали 7 раз. Кнопку 7 нажимали 6 раз. То бишь, возможно, одна цифра повторяется дважды. Но такого быть не может. А чё я выясняю-то? Тут же, блядь, всего лишь нужно... Подожди. Я пытаюсь код выяснить. Тут же 4 кнопки просто нужно нажать. 1, 2, 5, 6, да? 1, 2, 5, 6 и Enter. 1, 2, 5... Ой, 6, 7. Или 6. Или 6. Па-па-пам! Опять эту головоломку делать, что это серьезная игра. Могли бы сделать отдельные сцены. То есть, мне нравится, как головоломка нихера не работает, пока ты не нажмешь кнопку B. Кнопку C, вернее. Магнитно-резонансный импульс включается, который подсказывает мне, что нажимать нужно. Но пока ты это не откроешь, ты загадку эту решить не можешь. Это что-то, мне кажется, немного тупо, поскольку тебе просто нужно сделать так. Каждую кнопку практически нажать. Все откроется. Нет! 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 Кусок ты говна ебаного! Куда ты идешь? Сюда иди. Магнитная херня здесь не работает. Ну давай так, 1, 7, 5, 2. Если логика правильная, то, ну, чаще всего люди нажимают, если ошибаются, нажимают неправильную кнопку, да? Чаще всего единицу, типа там. Чем больше людей, короче, до конца доходило, да, тем меньше... Короче, как это объяснить вам, господи? Короче, в эту комнату выходило маленькое количество людей, если, я не знаю, если я правильно понимаю, что, ну, это количество нажатий на кнопку, то только 2 человека знают правильный код. Или 1. Значит, эта цифра последняя, двойка. Если здесь порядок важен. 1, 7, 5, 2. Один,
7, 5, 2. Если здесь порядок важен. И нет. Может быть, 3 цифры. Прекрати это говно. Ну, не так много. То на другие кнопки. Есть еще какая-то кнопка одна. Что я сделал? Ага. Тут есть кнопка отойти. Внезапно. Просто еще должна быть кнопка вот этого человека, который... Так. X. Примере сеговского геймпада X. На X отойти. На Y. На Y паузы. На Z. Ничего не происходит. На Select. Ничего. C. Или работает? Ага. Плазмовый заряд. Хорошо. Б. Что это может значить? Эти цифры. Блин, у меня какой-то заряд еще справа идет. Что это такое? Я просто реально что-то понять не могу, в чем смысл этого всего. Ну, то есть, в теории, да, цифра 9 — это ввод. И если это 9, то, возможно, ее чаще всего нажимали. Но это моя теория. Но это все равно не работает. По порядку, если нажимать, типа, 1, 7, 5, 2, это не работает. В обратном порядке тем более не получится, потому что начинать нужно с Enter. Как-то странно. Может быть такое, что... Да нет. Те кнопки, которые не нажимали. Дважды одну кнопку нельзя нажимать.
три кнопки, может быть. Типа 1, 5, 7. Причем здесь двойка, блядь. Что за головоломка? Почему я должен... Чё? Покупать определенный VR для каждой интересующей меня игры? Просто... Потому что разрабам скучно, и они хотят это делать на Oculus Rift Resident Evil 4. Сорян, это нонсенс какой-то. Ну, он реально, вот он сейчас... Что, я видео просто включил. Он набирает, значит, следующее. 2, 5, 7 и 1. Ты что-нибудь понял? 2, 5, 7 и 1. Это пароль. Почему такой порядок? То есть я бы еще понял. Подожди, по порядку просто нужно. А при чем здесь что? 2, 4, 6, 0, 7, да? И 0, 9. А почему так-то? Какой... Что? А смысл-то в чем? Зачем вы мне так цифры показали? Что? 2, 5, 7, 1. Я реально, я не вкуриваю, почему именно так? Это как-то супер странно и нелогично. Там была дверь. Надо было бежать. Я умер. Ебать, драматика. Просто какая происходит. Хоть крикнул бы. Например, не? Нам чекпоинт дали. Класс. Класс. Так. Явно нам не вверх. Давай сюда. Что? Что, блядь? В смысле? А мне что-то надо было нажимать или что? Вот так. По-моему, там дорога была безопасней. А чё, а что? Я... Там прицел был или что? Я... Чё? Что? Что происходит вообще? Ни хера не понимаю. Игра. Игра, ну бабал, игра. Чел просто плашмя такой, назад. То есть я должен целиться. Охереть, геймплей. What the...
Да не, ну это дичь какая-то, блять, даже прицела нету, серьезно? Вы даже прицел сюда не поставили, алло. То есть я должен на бум стрелять? Яйкс. Падик, рот. Дело не в автоайме. Дело в том, что ты не видишь, куда ты стреляешь. Суть в том, что ты должен просто появляешься в эту комнату, нажать право, выстрел. И если ты успеешь, ты выживешь. Потом еще раз вправо выстрел. Но это не DOS игра. Это 3DO игра. И она лагучая, что не знаю что. Ты нажимаешь кнопку, но она не нажимается нихера. Что делай, ссаный? Почему все в чате играли в эту игру? Я держу вправо, я не знаю, что делаю я. Что мне нужно делать? Мне нужно высунуться и выстрелить. Не, ну у меня реально ощущение, что весь чат играл практически. Этот сидит подсказывает, этот сидит подсказывает, этот проходил, этот... Вы чё все? Не в ту сторону жму. Чё это он делает? Что-то не пойму пока. Ну я нажал. Тугая, блин, игра. Яйкс. Я не понимаю, я, блядь, все кнопки нажимаю уже. Работает только вправо и влево. Все. Я что, должен вправо держать до посинения или что? Что? Ты хоть пистолет достань, дай мне что-нибудь, какую-нибудь хоть зацепку, игра. Ну. Вправо, выстрел. Вправо, выстрел. Яйкс. Вверх не работает, вниз не работает. C, V, X, Y. Ой, пауза. Z, ничего. Я должен вылезти и, возможно, нажать что-то. Но это не выстрел. Возможно, нужно нажать вверх. Чтобы он побежал. Но зачем? Вправо. А. Вправо. А. Яйкс. Спрячься.
А, нужно нажать вверх, чтобы ты, блядь, пистолет достал. Ты угораешь нахуй. Хесть курить. Гейминг. Яйкс. Раз, два, три. Ты стрелял все время вправо. Какого, блядь, чё? Почему у вас тут с таймингами так узко? Гигри. Яйкс. Два. Три. Раз. Раз. Два. Два, три, четыре. Это повтор. Это нихера не повтор. Я как это все должен запомнить-то, вы чё? Я как это должен запомнить? Вы чё, блин? Нужно с первой попытки делать. Право, а, право, а. Яйкс. Время. Раз, два, три. Я не успел. Да уж. Так, игру и нужно было назвать. Siberia Game Over. Раз. Два. Яйкс. Вправо. Раз. Два. Три. Ты как? Что? Я влево нажимал раз 800, блядь. Чё ты стреляешь-то куда? Почему нельзя было сделать прицел в игре? Вот, вот в этом месте можно было прицелы сделать. Ты бы хотя бы понимал, куда ты целишься. Ой, так много косяков просто в этой игре, я ебу. Здесь, ну, видно, что они старались, хотели сделать что-то хорошее, но сделали они полную пипеть, если честно. Ну, то есть это выглядит неплохо. Механики разные, мне нравится это, но, блядь. Исполнение, Яйкс. Раз, два, три. Вылезай. Да что ты творишь? Как я в него попал сейчас? Чё я в прошлый раз не попадал? Я реально, я раза четыре нажал влево. Он все равно стрелял в одну и ту же точку. У меня есть теория, что происходит с игрой. Но это не самая лучшая теория, потому что теория в том, что игра просто... То есть, когда ты стреляешь,
у тебя прицел исчезает. И прицел появляется через секунду. И даже если ты нажимаешь вправо или влево, то прицел не двигается. Но прицела ты не видишь, поэтому... Спасибо. Яйкс. Блять, ну ты чё начинаешь ты, игра, алё? Они еще и рандомные. Они рандомные, блять. Ты угораешь, игра. Как проходить такие места, если они рандомные? Они, блядь, не... Что? Яйкс. Два. Три. Да неужели? Я как-то смог. Простите. Мы сюда зашли для чего? А, отсюда нет выхода. Классно. И чё толку мы сюда заходили? Ну то есть здесь чел стоит. И он меня сейчас убьет, да? Даже там еще одна дверь. Ты хочешь сказать, игра, что та дверь была необязательной? Я зря время потратил, да? Алексей, I have just been informed that the janitor has quit. Cancel his key code and invalidate his access pass. Now. Уборщик ушел, что? Alexei, we have a problem. System security has gone random. Administration had to implement a master password just to let Hiroko's girls access Vmail and personnel file. What a mess. Mr. McKellen thinks it has something to do with his insect. In any case, we must get real codes back online immediately. The master code is named for your hero, hanging in Berthing A. By the way, when can we expect a new janitor? The director mentioned an unpleasant odor. See to it. Неужели мы действительно так звучим? Так, короче, код, она сказала, это какой-то герой? Alexei, a couple of strangers just looked into my storeroom. I think one of them had a plas pistol. Is everything okay? Alexei, unauthorized personnel. Seal off all levels. Wow. Так, ну самое ценное это вот это. Что еще раз? Alexei, we have a problem. System security has gone random. Administration had to implement a master password just to let Hiroko's girls access Vmail and personnel file. What a mess. Mr. McKellen thinks it has something to do with his insect. In any case, we must get real codes back online immediately. The master code is named for your hero hanging in Berthing A. By the way, when can we expect a new janitor? The director mentioned an unpleasant odor. See to it. В какой-то бе... Ну, чё за слово она говорит?
Неужели мы так звучим, действительно, когда разговариваем по-английски? Это как-то больше похоже на какие-то предрассудки. Ни разу не слышал, чтобы кто-то, кто говорит по-английски, разговаривал именно так. Это Ромик. I'm quite impressed, you manage to still alive, да? Да почему ты еще-то левее не поворачиваешься? Ну, блять. Игра, как же ты тормозишь? Я ебу. Раз. Лево. Раз, два, три, четыре секунды он, блядь, поворачивается. Ну, это типа Сибирь. Я так понимаю, это где-то у нас, в России происходит. Комплекс Сибирия. Цайберия. Это где-то, видимо, под Красногорском. Современный комплекс, блядь. В этой комнате реально ничего не было? Чё-то не вкуриваю, реально. Ну просто я если дальше пойду, он помрет, да? Нет? Не понял. То есть это все нужно было сделать с охраной тогда. Какое-то место нужно на букву Б? Я просто не понял, у нее акцент был такой прям лютый. Which seems to also be related to the weapon's newfound sentience. In conclusion, it would appear that at this stage of research, the potential of the Siberia weapon is virtually limitless. However, the fundamental lack of boundaries this potential brings makes this project extremely difficult to control. But even if we can't find a way to control and harness this entity, then surely the spin-off technologies from our research will have justified the time and costs required for this project. Thank you. Arnold, get a progress report. Right. Такое очень русское имя, Арнольд, блядь. Это было очень клево. Да. Интересно было. Нужно ли это было? Нет. Ну в том-то и дело, что 3D на дисках, на DVD-шных. В теории. Ну что, я выхожу просто вперед? Ага.
Спасибо. Да, в смысле? А, не, вот был чекпоинт какой-то. Which seems to also be related to the weapon's newfound sentience. In conclusion, it would appear that at this stage of research, the potential of the Siberia weapon is virtually limitless. В каком фильме это было? Миротворец. Makes this project extremely с Джорджем Клуни. But even if we can't find a way to control and harness this entity, там surely the spin-off technologies from our research. Там играл этот, как его? And costs required for this project. Как его? Thank you. Балу? Нет. Arnold. Get a progress report. Right. Который, знаете, этот, как он? Сериал «Спецназ». Капитан, который у них был. Как его актера зовут? Да я, блядь, не в ту сторону нажимаю. Чё ты, блядь, делаешь? Почему ты разворачиваешься на... Я не понимаю, как эта игра работает временами. Ты входишь в комнату, стоишь вперед лицом, нажимаешь вверх, чтобы идти вперед, он разворачивается и идет назад. Я ебу логика. Игру на коленке, что ли, делали, не пойму. Или так на досе тоже это работает. Ты можешь куда-то еще идти? Турчинский? Нет, Турчинский это не то. Турчинский это этот, да? Со стрижкой вверх. Нет, не качок. Он же не капитан их. Окей, фото Эйнштейна, потрясающе. Сап, Эл. Сап, Эл. Да, юмор в этой игры временами, да. Слишком хорош. Куда ты идешь опять? Мне реально, я вхожу в комнату, мне каждый раз нужно нажимать кнопку А, чтобы он развернулся в правильную сторону, в которую он пойдет. Я не знаю, почему это так работает, это хуйня полная. Туда ли туда? Давай сюда. А. Туда. А. Сюда. У меня почему-то в голове Балуев фамилия у него. Или как так? Чё сказал? Yeah. Э? Чё? Сейчас я скажу точно. Да, Александр Балуев, вот. Он, короче, играл в фильме «Миротворец» с Клуни. И там была охренительная сцена, когда... Я не помню, откуда он по национальности был, персонаж. Короче, он начинает на ломаном русском, как Виктор из «Красной жары», разговаривать с Балуевым. Нихуя не понятно ни слова. И Балуев, короче, ему просто говорит на чистом таком английском, прям на хорошем, что давай, мол, разговаривать на английском, потому что русский у тебя не очень. Я сижу без акцента, без вот этого вот рэканья, которое... Не рэканье, а именно рр. Прям хорошо сказал. И я прям, знаешь, в этот момент такой...
Ой, это хорошо было. Не, ну фильм английский. Просто там Клуни играет. Ну там в главной роли, ну, Балуев так чисто, это какой-то там полузлодей, что ли. Я уже не помню. Я помню эту сцену. А что делать-то должен? Я что-то вообще не понимаю. Так, ладно, давай пока остановимся.